Офис Маргарет. Это Джерри. С кем я говорю? Хочу немного пожить в Нью-Йорке. А как же учеба? Я не хочу больше анализировать работу других, Карл. Я хочу писать. А может быть, литературное агентство? Отлично. А вы умеете печатать на машинке? Это совсем не то, что печатать на этих ваших компьютерах. Она уже произнесла речь об угрозе эры цифровых технологий. Здесь нет компьютеров? Я видела их в действии, они только добавляют всем работу. Вы публиковали свои стихи? Да. Это вычеркнем. Писатели – худшие ассистенты. За работу. Нас были сотни девушек, работающих в литературных агентствах, которые хотели стать писателями. Вы сами пишете, верно? Джоанна моя ассистентка, я не нанимаю писателей. Угадайте, чей агент мой босс? Энн Райс. Папа Римского. Томаса Пинчина. Джей Ди Сейлинджера. Не может быть. Сейлинджера? Должно быть, вы слышали, что он сумасшедший. Проблема не в нем, а в людях, которые без конца звонят, просят его адрес, телефон. Мистер Сейлинджер, я читал вашу книгу «Над пропастью во ржи» 3 раза. Это просто какие-то помешанные чудилы. Письма Сейлинджеру. Он перестал отвечать на них. Тогда Сейлинджера не доходят письма? Ни одно. Сейлинджер не хочет получать письма от читателей. Отправили письмо мистеру Сейлинджеру. Отправили его Сейлинджеру. Почему вы не отдали письмо Сейлинджеру? К тому же ты нравишься Джерри. С его привычками я вынуждена считаться. Я не хочу быть привычкой. Как ты собираешься жить дальше? Ты твердишь, что хочешь писать, но сидишь допоздна с чужими письмами. Это нужно очень любить. Больше всего на свете нужно хотеть писать. Не висите на телефонном проводе, Джоанна. Вы поэт. Ты перешла черту. Это был уже перебор. Этически и юридически. Ладно, поразвлекались. Маргарет Куэлли. Сигурни Уивер. Я не хотела быть обычной. Я хотела быть особенной. Мой год в Нью-Йорке.